один? Три или одну? Две. Да? Какая? Какая покажи? 84. Сегодня с Лерой мы покажем рецепт. Лера будет делать, я ее буду снимать. Колбаса шоколадная. Рецепт нашего детства, как мы делали раньше. Так, и скажем, сколько примерно это по деньгам выйдет. Так, что у нас мы купили? Две пачки печенья, они где-то по 190 грамм, где-то 380 грамм получается. Ну, можно больше брать, грамм 500 брать. 60 рублей. Банка сгущенки у нас вышла 90 рублей. Пачка масла 97 рублей. И 5 чайных ложек какао. Ну, рублей 10 пускай будет. Вышло где-то, если округлить, рублей на 250 это все. Так что смотрите наш рецепт. Сначала надо раскрошить печеньки. Ну, мы решили блендером это сделать. Руками дольше, чтобы помельче было. Лере нравится готовить, да? Можно через мясорубку попробовать. Вот такое у нас получилось печенье. Теперь надо добавить сливочное масло. Оно должно немножко, чтобы было мягкое. Оно у нас не совсем мягкое. Вот так, давай кусочку. Прилипло. Поменьше кусочки. Чем меньше, тем будет удобнее размешивать. Ты вот так ложкой ее. Раз, помельче. Размешивай. Дави его маслом. Дави его. Кулинария. Записывайтесь, я вас научу готовить. Нет. Наш спаситель — это блендер. Решили мы и масло блендером размешать. Оно у нас не совсем расправило, конечно. Лучше, когда было помягче, чтобы лучше размешивать. Нам же надо все побыстрее. Как побыстрее попробовать. Ну, вроде масло перемешалось. Теперь потихоньку добавляю сгущенку и дальше перемешиваю. По чуть-чуть. Только я хочу. Давай я тебе помогу. Я ложкой. О! Давай. Ну как тесто становится. Ну да, как тесто. Так, ну давай последний. Это какао. Аккуратней. Можно добавлять орехи. Но мы не будем добавлять орехи. Так. Потому что у нас их нету. Да, потому что у нас их и нету. Теперь все хорошенько перемешиваем. Очень вкусно пахнет. Пахнет шоколадом, да? Шоколадом в перемешку с сгущенкой. И с печеньем. И с маслом. Да. Ну, вкусно. Ну все, перемешали. Ну как, вкусно? Попробуй. Да. Да? Ну давай, вот. Выкладывать теперь на пленку пищевую. Как колбаска? Да, колбаска выкладываю вот так вот. Так, раз. Вот здесь где-то примерно. Ну, руками помоги. Это не колбаска, это у тебя чем-то другим выложено-то. Ну такой полоской, Лер. Я пока что так вот. Ты ж толстую слишком не делай. Не толстую. Такую средненькую. Средненькую. Закручивай теперь.
потуже делаешь, панаровник. Нет, еще туже. Вот, и так вот. Тут сосисон. Вот. Ну все, 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 хватит. Вторая колбаска. Только у Леры получается не колбаски, а сосиски какие-то. Надо толще делать. Давай я сейчас толстую делаю колбасу, а не сосиску. Все. Все? Ну закручивай. Вот это колбасень. Ну, сейчас мы взвесим, сколько у нас получилось. Сложи. Стоп, стоп, мне надо... Давай, опять 1 грамм минус. Ну ладно, 1 грамм. Давай. Уже? Так, дальше. Самая большая колбасинка. Ну да. Так, дальше. Вот, не поместится. Так. И последняя. И последняя. Самая маленькая. И получилось у нас... 878 грамм. 878 грамм получилось. Так, итого, итог. 878 грамм шоколадной колбасы у нас вышло за 257 рублей. Ну что, сейчас надо будет положить ее в холодильник на 2-3 часа, а потом будем пробовать. Прошло 3 часа. Ну, Лера, пробуй. Мы тут ее порезали. 1,5 кусочка, наверное. Пробуй. Как тебе? Я попробовала, мне очень понравилось. Очень вкусно. Мне тоже. Вкусно? Ну, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.